I've been missing the party, thinking one way and one thing. Ooh, this time is crying to warn me, screaming all day, and I've been worried about the world and this money. I woke up just to sleep. Mother told me never be sorry for the way you feel, learn from me. Очень часто езжу в Барселону по работе, но по самой Барселоне очень редко получается поездить, а вот сегодня удалось. Давайте посмотрим эти великолепные улочки. Seems to haunt me in my nightmares, even dreams. Look out my lane just to see if I'm late. Am I really missing the party? Thinking my way, but I'll sing. How I needed you in my head, all of my nerves lost feelings. I'll recover. Keep calling my phone until I answer. Save me from a road of worry, steer me in the right direction. Traffic in my brain congesting, I need to escape this junction. Save me from a road of worry, I won't be away too long. I hope you know. Еще один фактор позитивный для меня — это продлевается лето. Вот сейчас еду, 2 ноября, жара, солнце жарит, шкварит. В Польше летом такого лета нету, как здесь в ноябре. И я на Новый год в Испании загорал. Вот это я очень люблю. Лето круглый год. Всем привет! Информация для тех, кто интересуется моим творчеством, кто периодически смотрит мои видео. Канал мой не так давно существует, не так много видео на нем, и я что-то видоизменяю, пытаюсь как-то развиваться и доносить до вас не только информационный, но и развлекательный контент, не только развлекательный, но и информационный. И хотел бы это как-то систематизировать, и думаю, что будет удобно и для вас, и для меня, когда видео будут чередоваться. Я последние уже видео так обозначаю, когда это влог, то есть видеоблогинг, я показываю то, что интересно мне, какие-то достопримечательности, записываю какие-то мысли, какие-то наблюдения, и это компилирую в отдельную серию. В общем-то, то, что несет более такой развлекательный, познавательный контент. А информационный касательно профессии, касательно работы, касательно нюансов работы дальнобойщиком, работы на бусе, я буду собирать отдельными видео, чтобы люди, которые интересуются конкретно работой, не тратили свое время и не просматривали кучу ненужной им информации, чтобы услышать какой-то ответ на какой-то вопрос. И наоборот, люди, которые просто хотят посмотреть какие-то интересные моменты моей работы, какие-то достопримечательности, какие-то красивые виды, и увидеть просто меня, мои знакомые, друзья, близкие, то чтобы всем было максимально удобно. Поэтому те, кого интересуют какие-то профессиональные нюансы, связанные с работой, с условиями работы, с трудоустройством, для новичков, я вас настоятельно прошу, если вас интересует что-то, какие-то вопросы, пишите свои вопросы в комментариях под видео. Я обязательно на них отвечу. Или отдельным видео, либо напишу тоже в комментарии ответ. Почему для меня это важно, я уже говорил, но повторю еще раз. Когда происходит активность с видео какая-либо, комментарии, лайки, дизлайки, репосты, YouTube это видео продвигает. Таким образом, вы способствуете продвижению, развитию моего канала. Если вы мне пишете что-то личным сообщением, там в мессенджер, еще куда-либо, у нас происходит диалог только двух человек, ваш и мой. Если же вы написали комментарий под видео, его прочитали другие, кто-то может дополнит ответ, кто-то может дополнит вопрос, кто-то просто прочтет и получит для себя информацию, и ему не нужно будет опять где-то что-то искать, где-то спрашивать. Это удобно. Это выгодно, это грамотно, это правильно. Поэтому если вас хоть на какую-то долю удовлетворяет то, что я делаю, вы это смотрите, вы следите за моим творчеством, то в свою очередь, как благодарность, последуйте моим рекомендациям. Пишите свои вопросы под видео. Любым. Что-то вас заинтересовало, напишите комментарий. Не стесняйтесь. Если что-то уж очень личное, то, конечно, мы тогда перейдем в личное общение. А так, пишите, задавайте вопросы, отвечайте, уточняйте под видео. Чем больше активности под видео, тем это видео будет получать большее распространение. alone. I come up with things to say, I always choose to bury them away. Am I alone? Do you ever think of me? Is there still love in between the space? I can't sleep alone. I want to, but I'm overcome. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. И будем общаться, будем развиваться, будем помогать друг другу. Всем удачи, всем пока!